Два слова еще буквально о катедрале де Сантьяго. 1379 год, 51 метр в высоту и 26,6 метров в ширину. Это очень большое здание. И этот катедраль посвящен официальному покровителю Бильбао с 1643 года, святому Якову или Сантьяго. Такой готический собор. Попасть внутрь всех церквей в Бильбао достаточно проблематично. Почему? Потому что существует очень жесткий график работы. Вот в частности, Сан-Антон работает то ли час, то ли два по вечерам, поэтому очень сложно подгадать, особенно когда первую половину дня ты учишься. Так, ну вот колокольня Сантьяго остается позади. И я иду, собственно, к следующим церквям и к следующим интересным местам. Ну, Бильбао – город контрастов. Реклама магазинчика мыла напротив катедрали.